Беларусь улучшила свой международный рейтинг в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Соответствующий отчет представлен в Ашхабаде на заседании Евразийской группы, которая специализируется на борьбе с подобными угрозами. Международные эксперты отметили, что механизм борьбы с отмыванием денег в Беларуси работает достаточно эффективно. И не только за счет законодательства. Именно взаимодействие всех заинтересованных структур и финансовых, и правоохранительных поставило надежный заслон перед злоумышленниками. Это возможность снизить риски взаимодействия с зарубежными банками. То есть, если мы имеем хороший отчет, соответственно, страны, которые осуществляют с нами сотрудничество, или коммерческие структуры, банки и прочие, инвестиционные компании, они видят, что в стране существует режим, который позволяет отследить законность всех операций, обеспечить соблюдение всех требований международных, и, соответственно, все кредитные рейтинги наши будут повышены, а как следствие уменьшена ставка рефинансирования, ставки, по которым выделяется кредит Республики Беларусь. Финальную версию отчета в начале следующего года разместят на сайте ФАТФ, группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. С документом смогут ознакомиться все желающие, заинтересованные в развитии бизнеса у нас в стране.